В Югре проходит акция «Собери ребенка в школу». Ее инициаторы – молодогвардейцы и единороссы. Они помогают детям получить все необходимое для учебы. Так, в прошлом году почти 3000 детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей получили поддержку. Юным югорчанам вручают рюкзаки со школьными принадлежностями, сертификаты на покупку одежды или обуви, а также сладкие подарки. В этом году единороссы планируют помочь большему числу школьников. Отмечу, акция «Собери ребенка в школу» существует больше 5 лет. За это время поддержку получили около 10 тысяч детей по всему региону. В этом году я задачу как секретарь регионального отделения поставил, чтобы это было гораздо больше, потому что на самом деле в этом году, я думаю, в связи с пандемией коронавируса нуждающихся вот такой помощи детей гораздо больше, поэтому я считаю, что мы занимаемся таким нужным, хорошим делом. И вы видели по реакции и родителей, и девочки, что на самом деле это нужно.